Всем привет, с вами снова Нагваль, и у нас снова традиционный обзор новых ларцов и нового пета, которого можно достать из этих ларцов. Как обычно, берем 100 с лишним штук и смотрим, насколько вкусный лут из них падает. Судя по составу лута, очевидно, что ларцы больше ориентированы на сервер Кракен. Печати мастера, дополнительные сумки, бумаги домовладельца, призовые секвои, кирки, разговорники и так далее. В общей сложности на покупку 105 ларцов я потратил 33 тысячи голды, ну а с продажи всего лута я получаю где-то в районе 25 тысяч голды. И котика, к сожалению, не выпало. Цены, естественно, беру для старых серверов, на Кракене цены пока еще не стабильны. Ну а собственно, что касается самого ездового кота, то в плане скиллов он ничем особо не выделяется, скорее он уникален благодаря своему внешнему виду. И на этом все, такой вот коротенький обзор, спасибо за просмотр, всем пока!